собирайте и пасхальные подарки. Папа, просыпайся, мне спать, давай играть. Ой, да, доченька, ты где? А, конечно, давай играть. Сейчас, смотри. О, сейчас мы найдем кролика волшебного и будем с ним играть. О, Кать, смотри, это волшебный кролик. Кать, смотри, какой кролик. Это волшебный пасхальный кролик. Как тебя зовут, кролик? Меня зовут Гончик. Я волшебный кролик. О, какой у нас кролик. Это волшебный кролик. Его зовут Гончик, он мне сказал. А давайте играть в волшебные пасхальные яички. Я их весь разбросал. Это мои яички, я их сейчас возьму. Ой, куда ты падаешь? Куда упали? Что я делал? Что я наделал? Я разбросал яички по всей комнате. Что же будет? Что же будет? Яички кролик разбросал. Надо их собрать теперь. Давай, какие цвета эти? Ой, а ну-ка. Оранжевый. Кать, какой это цвет? Оранжевый. Какие у нас еще яички, кролик? Ты помогаешь ей собирать? Да, помогаю собирать. Зеленый. Я раскидал, я ей помогаю. Зеленый. Какие еще? Зеленый. Розовый. Кать, смотри, а там на тумбочке остались еще. Давай, какой цвет? Зеленый. Ой, чуть оранжевый. Там внизу у нас еще остались? Да. Давай. Оранжевый. Оранжевый. Собирай. Хочешь прилететь? Оранжевый. Гончик, ты помогаешь Кате собирать? Кать. Какие у нас еще остались там цвета? Зеленый еще есть. Что это за яйца? Называй их цвета. Это желтый с зеленым, оранжевыми. А там еще, смотри, осталось. Какое? Розовое, что ли? Да, розовое. Это розовое яйцо пасхальное. Мы их собираем и кладем в нашу корзиночку хрустальную. А там еще у нас зеленое осталось, да? Да. Ага. Давай. Вы нашли все мои яички, теперь я вам подарю леденец. Кать, ты хочешь леденец? Да. Так. Спасибо, зайчик. Спасибо, зайчик. Все, Кать, погладь зайчика, и мы отпустим его. Мы оставляем его у себя.